Съемка запрещена. Где написано? Прикольно, должен стоять мужчина. Сегодня мы пришли в Госдуму. Да погромче говори. И мы сейчас будем голосовать. 20 мегабайт. А зачем тебе писать? Всем здорово. Ау. Свет включили. Ау. Вечер в хату. Опа. Чифер в сладость. Ау. Фантастик. Привет, Лиза, как дела? Привет, нормально. Пару слов для потомков. Для потомков? 4 сентября 1941 года было решено начать подготовку к День партизанской. Продолжаем уроки Деба. Мне в личные сообщения написали, что им понравилось, особенно шутки про... Прибаутки. Я знаю, что прошарил. Что ты прошарил? Как можно накручивать? Опа! Не, вообще, все по закону. 4 сентября 1941 года. А мы пойдем в госсовете снимать. Пойдем в госсовете снимать. Так я для этого и взял. О, сейчас скоро будут эти... Скоро будет влог из госсовета, короче. Смотри, какая классная надпись. Там будет, я думаю, забавно. Хотите посмотреть мою крутую историю? Которую сегодня сделал, но не запостил. Ты что, я думал, ты читаешь там? Ой, ой, смотри, какая классная монополия. Ой, Симферополь, серьезно? Монополия Симферополь. А ты нашел? В июле. В июле сколько она стоит? Поехал в маршрутке 990 рублей. Ого, дофига. Короче, давайте, скидывайте нам донатики, родные, холовы мои. Скидывайте. Холовы мои родные. Звезда и дядя Мосик. Так вот, значит, скидывайте донатики. Опа, опа, звезда всероссийского инстаграма. Расскажите, пожалуйста, вашу... Пойдем. Нет, ну в смысле не надо снимать. Какого настроения? Ну в смысле, какое настроение плохое? Расскажите, как вам удается так круто делать инстастори? А, инстастори это... Конечно. Это призвание? Да. Вот, можно позвонить? Они уважают наших экскурсоводов и себя, друг дружку. Они же расстались, не скажешь. Они расстались, да. Да. Вот это кто? Они с Даней расстались. Да-да. Тихо. Моя совесть. Внимание. Давай. Вечный огонь, постоянно поддерживаемый огонь, увековечивающий память о павших в боях воинов. Плавно. Пару слов скажи. Пусть и этот памятник станет символом глубочайшего народного уважения ко всем героям войны. Вечной благодарности, отдавшей свою жизнь за свою свободу, честь и независимость Родины. Также капитан Тихомиров вручил факел участнику боев за Крым, герою Советского Союза Владимиру Антоновичу Стулу и сопровождавшим его ветеранам войны Кириллину и Конорову. С факелом они направились к могиле неизвестного солдата. Это фартук мастер. Нормально, давай. Давай, давай, говори. Я же сказал пару слов до этого, и сейчас... И сейчас скажу. Я буду читать про партизан. Красава. Фартумасти Оливит. Виктория, привет. Я с тобой еще не поздоровался, забыл. Как твой конкурс на мисс Крым?
центр социализации 1941 года было решено начать подготовку к ведению партизанской борьбы в Крыму. Дальше. Переходим к следующему. Так, сразу видим ощущение. Ужин подготовки. Да, поздравляю. Ощущения были в прошлом году. Все, молодец. Я просто апреля войска 51-й армии. И да, все, сразу миллион. Думаешь? Опа! Звезда Инстаграма. Давай пойдем налево, а не направо. О, встреча. О, вот так встреча. Привет, как дела? Тоже здесь работаешь? Звезда, да-да. Нормально. О, здорово. Привет. Что, работаешь здесь? Ну, да. Это хорошо, вот так встреча. Что ты делаешь? Привет, ты тоже здесь работаешь? Да, тоже здесь. О, привет. Ты тоже тут работаешь? Конечно. Съемка запрещена. Где написано? Хорошо. Это хорошо, хорошо. Так, толпа наша. Ой, давай сюда. Я снимаю, я уже снимаю. Вот ты придурок. Я только камеру вообще. Только камеру. Ну нельзя открывать вообще камеру. Мне камеру можно, давай. Вообще камеру давать нельзя. Покажи, там Россия нарисована. Здравствуйте. О, ты же здесь работаете? Привет. Не ты, в смысле, они. Добрый день, коллеги. Я сразу прошу прощения за... У нас просто произошла накладка. Как настроение, скажите? Замечательно. Хорошо. Валерий Иванович, давайте вам слово, пожалуйста. Дорогие ребята, наша с вами встреча сегодня проходит знаменательный день. Сегодня день у нас местного самоуправления. То есть, ну, очень знаковое то, что наша встреча, наша смена, мы видим вас, нашу смену, которая придет. Сейчас мы проходим зал, да? Проходим зал, вы это самое. Екатерина, подойдите, пожалуйста, возьмите телефон, давайте свяжемся, потом мы с вами. Опять столпились туда все такие. Так, ну что на лифте? Нет, давай не будем на советском лифте. За подъем у нас не более 4 человек. А нас тут явно более 4 человек. Ты что, уходишь? Да, голосовать. Голосовать пошла? Голосовать. Всем привет, сейчас самая интересная часть. Мы идем в зал. Мы идем в самый первый. Идем в самый первый. И еще мы идем, как сказал Дарь Бог. Мне что, оказалось? Хорошо. Он у нас какой-то. Хурьба. Хурьба президента. Влог называется «Я депутат». Я депутат. Да идем голосовать, это неинтересно. Идем голосовать будет через пару лет. А вот я депутат? А вот я депутат. А вот я депутат будет через сколько? Через тоже через пару лет. Холодно это здесь. Это здесь хорошо, что холодно. Это чтобы ты не расслаблялся, не уснул. Да. Да? Давай пресс-конференцию пусти, да? Скажу. О, это хорошо, это отлично. Это план Гагаринского парка? Да. Что планируется, какой он когда-нибудь будет. Скажу, что на квадрокоптере снимал. Смотрите, где мы? Чего себе. Так, сейчас. Пойдем-ка в первый ряд. Когда я еще такое попробую, пойду в первый ряд, сяду сразу. Давай вот сюда вот сядем. О, смотри, Викторович, блин. Юрич. Куда? Вы
Если не хочешь садиться, мы пошли полежим. Не, дальше еще в центр. Так. В центр полежим, тебе проходим. Раз, раз. Чуть меньше слышу. Карим, садись за стол. Вот сегодня я буду не прилег, не прилег Ярослав Викторович. А я сегодня буду Нестеренко Юрий Юрьевич. Юрий Юрьевич. Отсутствует карточка. Протеза. Утром все. Ничего себе. Будем голосовать. Скажите, мы будем голосовать? Конечно. Снова вы. Сегодня мы пришли в Госдуму. Да погромче. И мы сейчас будем голосовать. Здравствуйте, меня зовут Карим. Я бы хотел сказать, это даже не президент. Лес рук. Как обычно. Целых два человека. Я за себя проголосовал. Эх, не судьба. Голосуйте за меня, я тоже за себя голосую. Я вам в школу и спортивные площадки поставлю. Голосуйте. Я уже не представитель. Поднимайте. Все, заканчиваем, давай. Переходим сразу к третьему. Поднимай. Площадки построю, дома улучшу, школу отстрою. Ты что, сам за него голосуешь? Это все. Ты не понимаешь. А говорит, я покажу вам все. Голосуют за нее, голосуют за него, нормально? Поверил все и дышали. Поеду, поеду, давай. Да, главное со всем соглашаться, я все сделаю, да. В общем, я, короче, выдвинулся. Очень тяжело выбирать. На престоле должен стоять мужчина. Но подписка на канал Левит, она важнее, понимаете? Вот так-то, но... Я возьму слово, немножко помогу. Сейчас мы принимаем выбор. Ладно, я не выберу, потому что есть выбор. Так вот, предлагаю для президента шоу города Симферополя организовать России. Голосуем. Очень бурно. И каждую позицию по бюджетному решению приходится защищать и отстаивать. То есть 18 человек в зале. Сейчас посмотрим, сколько за. Мы уже голосуем. Кто за эту акцию? Кто бы сам принимал в ней участие? Кто-то против. Опа! Так,
кстати, не забывайте, что система у нас открытое голосование, мы можем посмотреть, кто против, но не будем этого делать. Иностранные языки нужны для того, чтобы общаться с людьми за границей, делиться опытом. Да, конечно, часто. Приходится по работе ездить по разным местам. Ну дай теперь мне посидеть. Смотрите, как занимать пост главного этого... председателя, представителя и главного человека в мире. Вот так вот подходите и говорите, дайте, пожалуйста, я присяду. Блин, братан, ты, конечно, садись. Слушай. Спасибо, братишка. Ну, вот так вот вы становитесь Виктором Николаевичем, профессионалом. Вот так. В принципе, все нормально, можно микрофон включать, отключать. Голосовать за против. Сессия трудная была. Да. Сессия трудная такая была. Ты меня знаешь.